Пожалуйста. А, ну. Температура 25 градусов всегда. Кофе, да? А это настоящие лопухи? Настоящие. Маску снимет, а это. Кофе такой. Лежит, балдеет. Девочка это кошка. Катерпиллер кто такой? Пошел в магазин вещи покупать и там попросил турка, он по-русски говорил немного, позвонить на завод этого станка БМ-40. Вот, короче, он позвонил при мне по громкой связи, поговорил. Ну что, я ж по-турецки нихера не знаю, что они разговаривали. Короче, он мне сказал, что станок стоит от 7 до 8,5, наверное, от комплектации долларов, да? Запомнили? Но якобы он говорит, можно их по цене там сломать. Говорит, если хочешь, могу дать тебе машину свою съездить, типа, или съездим, короче. Ну, говорит, могу тебе помочь. И вот. Не знаю, безвозмездно или как. Ну, короче, такую мне фигню сказал. Но от меня, от Алании до этого станка 125 километров. Понимаете? Это не здесь, вот не за поворотом расстояние. И ехать туда базарить ни о чем. Ну, имея в виду, не четко знать, что он мне нужен. И без денег. Ну, смысл ехать разговаривать. Просто гнать волну, нахер это надо. Так что съездить можно, узнать, может быть, какую-то деталь купить у них. Ну, а именно, например, это вот сам мундштук для сварки. Может, за этим сгонять. Но опять же, смотрите, купите вы этот станок здесь даже за 7 тысяч долларов. Ну, к примеру. Давайте дальше считать. По таможенным правилам Российской Федерации вы не можете его привезти в Россию не таможен. Почему? Напоминаю. Во-первых, законы Российской Федерации о чем гласят, знаете, наезжая трактором на этот столбик. О чем они гласят? А гласят они о следующем. Опа, видели, выпрямилась херня эта. Килограмм можно провозить без пошлин на территорию Российской Федерации в личных целях. В личных целях. Все, что свыше 25 килограмм, то есть 25-35, ты-то можешь с нуля до 35 килограмм включительно по 4 евро за кило. Но стоимость этого
оборудование, которое привозишь, опять же объясняю, оборудование — это не личные цели, вам его просто не дадут провести его без растаможки, вы обязаны таможить, понимаете? То есть это оборудование будет, получается, по-любому таможиться, потому что стоимость по чеку у вас должна быть не превышать $1500 товара в личных целях. А станок вы никак не можете сказать, что вы возите его в личных целях. А если бы, допустим, в личных целях завозите, то тогда, если он больше 25 весит, но меньше 35, вы уже как бы могли бы растамаживать только 10 килограмм вот эти, 25 бесплатно, а потом остальные таможить. Сейчас нет, вы с нуля будете таможить, то есть от 0 до 35 килограмм будете таможить 4 веера за кило. Но я вам еще раз говорю, не получится тебе его привезти. Вот как ты его сейчас в чемодан положишь, привезешь? Если бы я станок этот покупал в Финляндии, я бы за 5-6 пересечений границы бы привез бы его в машине бы, по частям бы, и никто бы мне ничего не предъявил. Но в самолете ты не сможешь его привезти. То есть это нереально. Поэтому в эту сторону даже смотреть нет смысла. Значит, надо его везти через какие-то конторы растамаживания карго. Я недавно вот разговаривал с подписчиком, буквально вчера, он решил купить такой себе станок турецкий. Он сказал, что он ему должен в Москве обойтись 9900 евро. То есть привезут ему все сюда и в Москву, вернее, и все будет нормально. Она такая Катя старенькая, но ничёшная, да? С полной опцией. Так что вот такие дела по станку БМ-40. Перевезти его очень тяжело. Сегодня погода хорошая. Тепло. На пляж ходили уже, так ничего. Можно загорать спокойно. Ветра если нет, то вообще жарко, солнце жарит. Без ветра вообще пипец. Ну, вроде как что-то нормализуется. Кто в чем, кто в пальто, кто голый лежит, загорает. Ну-ка, песок. Песок такой чуть теплый. Конечно, там сало немерено, им-то и не холодно. А корочка такие. Пойду воду попробую. Какая она холодная, нет? Да, ближе к воде холоднее. Блять, холодная. А детям похер, вон. Фигачат, блядь. О, вода холодная.
Так-то да, что-то холодновато. Нет, это всегда холодно, конечно, но... Штаны мне не намочи, ёп. Да.